Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это Вальгалла, которая в прошлой серии вылетела. А сейчас мы с вами продолжим бить этого гаденыша. Эй, воржаш! Разрублю! Это было нехорошо. О-о-о. Так, понятно, все ясно, Эвер. Где гаденыш? Ага. Ты курица! Так, там мирные жители, за которых мне сейчас будет ай-яй-яй, если я их подстрелю. Так, Сюнин, только не сгори, пожалуйста. Ну вот. Где гаденыш был? Так, ну что ж. Поехали. Забавно. В детстве я думал, что снег — божьи слезы, замерзшие из-за наших грехов. Слабый и голодный, я смотрел в небо, надеясь, что он плачет обо мне. Хочет меня спасти, но не Бог меня спас, а тайник. Он дал мне крышу над головой, сытную пищу, теплую постель. Впервые кто-то протянул мне руку помощи, был добр ко мне, пожалел. И тогда я дал себе клятву. Я поклялся, что никогда не предам того, кто, в отличие от Бога, мне помог. И ты служил тайнику, прекрасно зная, что происходит. Мы встретились благодаря Ордену. Я был у Ордена в долгу и отплатил тем, что спас этот город от гибели. Какой-то Один мелкий, а мне кажется. Долг жизни — сильное чувство. Оно захватило всю его Хук и поглотило ее. Но сам-то ты не стал никого жалеть. Сколько людей пострадало из-за тебя ради твоих целей? Верно. Может, я и заслужил смерть. Но я лишь спица в большом колесе. И оно все еще крутится. Пока что. Там, куда ты попадешь, а тебе плакать не будут. Угу. А знака ордена нету, значит, он, в принципе, ордену не принадлежал. Ладно. Прикрыть тайник. Пойдем прикроем лавочку. А нет. А почему же мы не взяли бляшку? Ну там вроде ничего не было, подожди. Серебро, записка. Эй, ну,
Эйги Гот. Крит! Все, убегайте, убегайте. Подобрала, потому что думала, что может у него что-то есть. Знаете что, давайте-ка я зайду в меню шку и посмотрю. И посмотрю. Во-первых, навыки нам добавились. Давайте-ка мы сразу их и закачаем. Сколько у нас? 4 навыка. Вау-вау-вау. Вау-вау-вау. Путь медведя. Ага, отличненько. Так, это что такое? Кремация в бою. Не надо. Давай-ка мы дальний бой себе прокачаем. И качнем себе, наверное... Здоровье мне не нужно. У меня, в принципе, пока что не было проблем со здоровьем. Тьфу-тьфу-тьфу. Критические удары. Ближний бой. Давай, вот ближний бой. Еще себе добавим ближний бой. Мощные удары можно. В принципе, сейчас вот я как раз в серии предыдущей, которая вылетела, добавила себе... Вернее, попробовала биться с сильными ударами. И я вам скажу, что мне это понравилось. Так, записка о мести. Это Тессер, да, отомсти за него. Это мы уже видели. Так, медальон Ордена Древних. 6 штук у меня уже их. Угу. Так, а где записочка? Записочка, которая поможет нам кое-что узнать по поводу Ордена. Печать чиновника. Важная. Так, это карта сокровищ. Ой, у нас тут столько еще неоткрытых сокровищ. Люнден Ширапшир. Вот этих мы вроде как нашли. А это, по-моему, еще не найденные. Ну, не знаю, друзья, буду ли я заниматься сокровищами. Итак, а где же письмо, как говорится, с подсказками по поводу ордена? Или это надо в самом ордене смотреть? Возможно, благодаря этому нам что-то стало... так, резец, одна подсказка, одна сестра. Я не читала про них, про всех, поскольку, ну, честно говоря, не сильно мне это интересно. Найдем и найдем себе. Я думаю, что найдем всех. Да? Вот, а пока давай закрывать... Ты будешь заходить в воду или нет? Нет, она слишком холодная. Но... Его нужно толкнуть или напугать. Не стоит пытаться получить благословение Господне лишь ради прибыли. В смысле? Чего у нас тут такое? Это какое-то дополнительное задание. А там вон какая-то дама в лодке. В чем дело? Вернее, о, дама, пардон. Я не слишком здоров. Холод потушит во мне пламя жизни. А что случилось-то? Народ? Нельзя стать христианином, не пройдя соответствующего обряда. А, вы хотите... Нет. Я столько недель избегал воды. Не хочу замерзнуть насмерть в этот йоль. Ясно, почему тебя все сторонятся. Мгновение, проведенное в холодной воде, стоит целой жизни на службе Господу Богу. Давай. Мгновение, проведенное в холодной воде, стоит целой жизни на службе Господу Богу. Давай. Ну, давай, я прыгну. Мужик, в чем дело? Я не слишком здоров. Холод потушит во мне пламя жизни. Красть лодку? Народ, я здесь вообще-то не за этим. Поэтому ладно. Какие б ни были эти ваши забавы, забавляйтесь, мы потом, может быть, сюда еще вернемся. Нам сейчас пока не до этого.
А где она, эта контора, которую мы должны закрыть? Это просто надо сюда вернуться. Так. А, это событие. Это событие мировое. И, в принципе... Слушай, а я оттуда ускакала, а там была какая-то штука в этом тайнике. Отстань, тетка, отстань. Так, где-то здесь у нас есть... Вроде как... Бронька или что-то в этом роде. Угу. Вот вы тут нажрались. Эйвор, а нельзя вот на эту штуку забраться? Или в окно? Вот сюда нельзя забраться? О! О! Ключи! Ключи надо от него найти. Письмо культисту. Три точки должны сойти из триада адского хаоса и боли. Мои братья в балахонах. Когда это случится, язычники сбегут, позорно побросав свои топоры. Этот город будет очищен. Да, три точки. Все ясно, здесь я не выпрыгну. Ладно, я думала, что там у нас какой-то есть, типа, еще что-то наверху, но нет. Так, народ. Значит, говорите, ключ найти. Янчуги, у вас ключа нету? О, что-то я сильно сомневаюсь, что у них есть ключ. Три точки сойтись. Ладно. Пусть точки сходятся потом. Ну, не знаю, надо запомнить этот домик, посмотреть еще, наверное, подобные домики. И тогда, я думаю, все точки у нас сойдутся. Какой хороший сук с него. Удобно делать засаду. Что такое? Ногу подвихнули. А, герои вы наши. Так, здесь все пока спокойно. Ну, какие вести? Льюфина, надеюсь, ты не одна из предательниц? Игла нас больше не уколет. Молодец, Эйвор. Кто скрывался под этим именем? Любовь моя, на рынке совершено нападение. Смотритель порта, Григорий, мертв. Это игла. Он продавал изъятый товар и копил деньги для тайника. У него не было такой власти. Почему ему все верили? Печать совета. Вот тварь. Все хуже и хуже. Как он сумел ее заполучить? Вот что меня тревожит. Я продолжу заниматься приготовлениями к Йолю. Но теперь буду держать ухо востро. Пойду. Где там ваш этот пончик, который вместе с Ингеборгой ходил? Это печать. И загадка. Один из четверых наш. Совет. Из четверых. Да. Риксик,
Фаравид, Аудун и Хьор. Четверо члены Совета. Поищем среди их вещей, пока они заняты праздником. Да. Да, идем в архивы. Угу. Могла я что-то не заметить? Скоро мы это узнаем. Хватит дурачиться. Сказала она, забравшись на стул. Ну, другое дело. Пошли. Какой-то веки мы идем по ступенькам, потому и спотыкаемся. Что нам это непривычно. Так, я не думаю на Хьора, честно говоря. Меньше всего комната я... слева. Члены совета собираются там. Ага, это мы уже читали. Здрасте, комната совета. Так мы здесь тоже все обыскивали уже. Я все это видела. Оружие, припасы. Хватит на небольшой отряд. Но на войско Хальдена вряд ли. Возможно, из-за этого Фаравид просит у совета денег. Список. Здесь то, что нужно Йорвику для пира. Так пишет Аудун. Сколько всего вычеркнуто. Откуда у него деньги на такие покупки? Аудун влиятельный человек. Печать. Похожая на ту, что я нашла в канализации. Печать, которую ты забрала у иглы. Думаешь, кто-то мог ее украсть? Продолжим искать. Ну, они могли подделать на самом деле. Они вон там серебро выплавляют. Кстати, листочечек, который я типа не прочитала. Этот стол. Похоже, его сюда передвинули. Стол Хьора. В нем полно серебра. Доставить на Копергейтский рынок. И это нужно переплавить. Могу достать еще, если понадобится. Ни слова моей жене, Хьор. Слушай, неужели Хьор предатель? На полу царапины. Давай, сдвигай. Раньше стол Хьора стоял возле той стены. Зачем его двигать? Ребята, бесите. Ага. Наша сильная женщина. Скрытый проход. Куда он ведет? Следи за дверью. Ничего так, что тут мужик стоит рядом. Вали отсюда. Здесь было вино. Тот, кто убрал его, очень торопился. Здесь раньше были бочки с вином, а в воздухе запах миндаля. Похоже, вино отравлено. Скорее всего, это вино для Йольского пира. Кто-то из совета решил убить всех, кто там будет? Думаю, да. Это не он. Не мой Хьор. Он бы этого не сделал. Он... Успокойся. Не будь поспешна в суждениях. Сначала все разузнаем. Сейчас нам нужно попасть на Йольский пир. Люди в опасности. Верно. Римский амфитеатр. Нам туда. Ну, даже не знаю. Насколько это не он. А что за записочка? Ни слова моей жене. Переплавьте серебро. И не говорите, что он просто хотел сделать ей колечко. Давай, бегом на римский амфитеатр. Ты, наверное, знаешь, куда бежать. Поэтому побежали. Я уж как-нибудь за тобой побегу. Народ! Опа. Да что ты делаешь?
не знаю, что кто сделает. Ну? Чего? Ты видишь вино? Нет. Значит, время еще есть. Весь совет сейчас здесь. Любой из них может быть тайником. Ты жди, когда сюда принесут вино, а я поговорю с членами совета. Может, поймаю кого-нибудь на лжи. И с Хьором? И с Хьором. Если тайник — это он, я не дам ему убить всех этих людей. Льюфина. Я поняла, но одна просьба. Решишь действовать, посоветуйся со мной. Ладно. Не-не-не-не-не, пошли сразу к тому, не помню, как его звали, толстячку. Пора мне поговорить с советом. Упомяну вино, посмотрим, что они скажут. Так, я пойму, кто из них тайник. Так, я это... Я серебро в ближайшие дни. Спасибо, Бо. Хорошо. Какой прекрасный пир! Аудун превзошел себя. Это точно. Вот-вот-вот, где Аудун? Его ждет славное будущее. Нет, это не Аудун. А где Аудун? Ну ладно, давай Хьора для начала. Хьор, кто это был? Вот и ты. Я уж начал беспокоиться. Не стоит. Мы узнали, что тайник здесь. Это кто-то из членов совета. Уверена? Да. Когда я выясню, кто, мой клинок пронзит его сердце, и все будет кончено. Но до тех пор главное для меня не вызывать никаких подозрений. Нужна твоя помощь. Ясно. И что я должен делать? Нужно, чтобы ты сильно напился. Что? Зачем? Для отвода глаз. Чтобы никто не смотрел на меня. Вино скоро принесут. Выпей 3 кубка и начни шуметь. Мне не пристало быть пьяным. Придумай что-нибудь еще. Прошу тебя. Так, отказался, ладно. Аудун, похоже, ты нашел деньги, чтобы подготовиться к пиру. Должно быть, ты очень рад. Это мягко сказано. Взгляни вокруг. Я и подумать не мог, что придет столько людей. Скоро начнется пир, и все они получат то, чего заслуживают. Да? Нужно за тебя выпить. Я принесу вина. Нет, 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 я не могу. Это вино для жителей Йорвика. Но как будет здесь, не стесняйся, пей. Аудун, Аудун это вот он. Ну, давайте поговорим еще с одним, на всякий случай. Фаравид, можно на пару слов? А, Дрэнк, если хочешь примкнуть к войску, я согласен. Такие люди в войне с пиктами пригодятся. Может, присоединюсь, но я хочу знать, кому помогаю. Ты любишь выпить? Ха, но если это вызов, то я готов. Хорошо, тогда я принесу вино. Вино? Да брось, давай-ка лучше эль. Так мы точно сможем понять, кто из нас пьянеет медленнее. Ну, это не он. Так, ну еще есть король. Так, ага. С королем будем говорить? Риксик! А, ты пришла пировать с нами? Дурные вести. Вино, что приготовили для пира, испорчено. Ну, конечно. Разве мог я ожидать другого? Прикажу его вылить. Есть вино из моих личных запасов. Пошлю кого-нибудь за ним. Еще что-то хотела? Это все. Развлекайся. Попробую. Так, ну что? Эйвор, тебе удалось узнать, кто тайник? Пока нет, но скоро выясню и сразу вернусь. Давай-ка еще поговорим. Так, с тобой больше не можем. С тобой больше не можем. Кстати, где он? А вон он.
А что же делать-то? Значит, надо кого-то обвинить. Ну, я бог его знает. Они все получат по заслугам, сказал он, да? Они все получат по заслугам. Я вижу какой-то ключ. А ну-ка. Прикрыть тайник. А ну-ка. А что, я тут не могу? Ага. Что у нас тут? Кто это? И почему я ничего не могу прочитать? Не могу достать топор почему-то. Это очень странно. И не собираются у нас вкусняшки. Это тоже странно. Ну, наверное, пока активно это задание, мы тут ничего не можем сделать. Мне так казалось, что... Это тоже относится к нам. Там еще какие-то ключи. Ай, мне очень не хочется думать на ее мужа, но у меня нету больше никаких весомых зацепок, кроме смутных догадок. Ладно. Как бы там ни было, дайте-ка я сделаю сохранку. Нужно узнать, кто тайник. Ты смогла выяснить, кто это? Да, я выяснила. Причины для подозрений мне дали все, но некоторые больше других. Каков же твой вердикт? Подожди, толстяк, это же был Аудин, да? Аудун больше других хотел устроить пир. И готовил все он, а значит, имел доступ к вину. Еще он помогал Аббатисе Ингеборге. Получается, был связан с головней. Да, звучит складно. Что еще? Из всего совета только он знал, что вино еще не принесли. И выпить отказался, заявив, что это все для гостей. Так что, полагаю, тайник Аудун. Братья, сестры, друзья, мир всем вам! Перед тем, как мы начнем, хочу представить почетных гостей. Рядом со мной высокочтимые лорды Йорвика, те, кто уберег город в это трудное время. И сегодня мы чествуем не только Йоль, но и этих вот знатных господ, которым каждый из нас стольким обязан. Вино, тайник Ауду. Им конец. О другом нужно думать. Давайте выпьем за их. Ну, мы же сказали королю, и он вроде как должен был заменить. И пусть всем воздастся по заслугам. Тварь. А пока вас оглушили гордыня, да, и жажда наслаждений, самое время сказать, чего заслужили вы.
а именно смерти! Орден принесет в этот мир порядок! Жаль только, что вы не доживете! Уведи членов Совета, а я займусь Ауденом. Стража тут бдительная. Все к королю! Хватит кричать, Ауден! Смерть пришла! Вам не скрыться! Нельзя избежать будущего! Эйвор, не отвлекайся! Не отвлекайся, Эйвор! Эйвор! Придурочная тетка! Да не его же! Ну вот и все. Давай! Кого ты там била? Это наш, не наш? Я не пойму, кто тут наш, кто не наш. Тут у нас совсем, совсем все плохо. Я не пойму, почему они не нападают. Все стоят. Большая резня. Не спешишь? Блин. Нет, нет, новая кожа. Да черт возьми, слезь ты с этой самой-то тогда, раз у тебя новая кожа, блин. Я не пойму, что они нападают. Будешь кормить червя. Хватит кричать, Ауден. Смерть пришла. Он уже никто никуда не кричит, Эйвор. Да-да-да, дайте-ка мне закусить. Отлично. Дайте мне закусить. Вот тут у нас еще есть стол. Пошли к Ауддену. Я была права. Нет тут никакого лихо закрученного сюжета. Чего же ты хотел добиться? Какое богатство стоит смертей и страданий стольких достойных людей?
Лишь глупец назовет их достойными. Они изнежены, слабы, самодовольны, прожигают свою жизнь. В этих деньгах сила Ордена. Я копил их ради его славного будущего. Обирая честных людей, торговцев, священников, знать, всех. Эйвор, ты не понимаешь. Знать не знаешь, как все устроено. 9 миров? Нет. 9 раз по 9 тысяч. И столько же солнц. 9 ночей я провисел на древе, был сам себе жертвой. Такова цена знаний. Мириады сфер, что ждут света нашей истины. Я живу в одном мире. Ты вовсе мертв. Хьор, Льюфвина, где же они? Да, кстати. Ну, мы же сказали королю про вино, и по идее он должен был его подменить. Ну, не король, правитель, кто он тут? О! А что оказалось? Ладно, пошли поищем Льюфин. Что это? Почему тут точечка? Что-то не так с этой игрой. Ну ладно. А, кстати, подожди-ка. Пока далеко не ушли. Что там с этим тайником? Откуда мы утащили ключ? Где он был-то? Блин. По-прежнему не могу. А, вот, теперь могу собрать прямоугольный камень, да, и все. Странненько, ну ладно. Так, Льюфина. Что это было, Эйвор? Тебе нельзя ходить по ступенькам. Так, очевидно, они опять где-то в королевском доме. Так, а ты кто такой? Ты кто? Эй, мужик, стой. Хочет говорить, смотри-ка. Че разговаривать не хочет? А ты что? Приветствую. Ты что-то ищешь? Я могу помочь? У меня разумные цены. Ой, ладно, давай чего-нибудь да, уже. Да, ладно. Знания. Так, я тебе кое-что покажу на карте. Ой, что ж ты мне там где показал? Где-то что-то он показал. Возможно, что здесь... Возможно, что здесь. Да. У нас очень много мест. Прямо все сияет золотом. И по идее, конечно, мне не мешало бы найти все эти богатства. Здесь так у нас вообще очень много всего. Так, ты кто? Хочешь купить йольского козла? Где же эти игрушки, дитя? Я держу их в укромном месте. Мы с сестрой сделали самых лучших козлов на свете. Не уверена, что они лучшие, но все равно люблю их всех. Бе!
Ладно, давай своего йорского козла. Если похоже на Тангриснира, я его куплю. Ух ты! Спасибо! Сестрица, я продала козлика сама! Сестра, ура! У нас козлика купили! Где же мой козел? Куда ты бежишь? Эйвор! Теперь понятно, кто из нас козел. Это прикол. Это прикол. Ой, рассмешили. Козла купили. Эйвор, сам себе козел. Все. Пойдем отсюда, посмеялись. Пора заниматься серьезными делами. Вон козлы стоят, вон они. Йольские. Черт возьми, за 100 монет. Блин. Так, на Льюфина, где ты? Выходи. Эйвор, давай сюда. Что случилось? Вы в порядке? Да. Паравид и его люди сопроводили Риксига во дворец. Сейчас все в безопасности. Встретимся там. А, типа тут всех лечит? Так, а ты что тут кричишь? Ты кто? Ой, не-не-не-не, только не пить. Только не пить. Купили, черт возьми, козлика. За 100 монет еще, блин. Купи козла. Запоминайте, ребята, как надо. Просто. Просто. Так, подожди, ты тоже продаешь козла? Это, конечно, моя работа, но люди иногда о таких глупостях просят. 1000 глаз. Не-не-не-не-не. Это... Жду в любое время, друг. Давай, давай, это местно. Местная реда. Да-да, я помню. Побежали. Я думала, еще одного козла продают. Ну да, два раза на одни и те же грабли, наверное, не наступают. Господи, Эйвор, там что, капкан, что ли, стоит? Два раза спотыкнулась. Устроил заговор у нас под носом. Ему конец. Ну? Плевать. Мне нужны ответы. Тише, лорд Риксик. Аудун мертв. Я хотел сам вырвать его хребет. Угу. Хочешь меня успокоить? Объясни, что происходит. Аудун состоял в тайном ордене, который хотел захватить власть в Йорвике. Ему помогали Григорий, смотритель порта, Ингиборга, Аббатисса. Что же, Эйвор, ты искала заговорщиков самого своего прибытия? Да. Пришлось держать все в тайне. Эти люди дотянутся до любого, проникнут за любые стены. Не найди мы их, они бы сожрали Йорвик изнутри, как черви испорченное яблоко. Но ты смогла этому помешать. Мы в долгу перед тобой. Будь уверена, я все расскажу ярлу Хальфдену. Раз угроза миновала, прими мою благодарность. Как и многие другие, я жив лишь благодаря тебе. Я хочу назначить тебя почетным ривом Йорвика, Эйвор. Ты согласна? Признаюсь, звучит хорошо. Почту за честь. Ты заслужила. Что ж, если это все, напомни о куче серебра, спрятанной под улицами города. Точно. Серебро, что набрал смотритель порта. На что предлагаешь его пустить? На войну? Торговцам? Ага. Вот тут мы посмотрим, что мы улучшим. Ах, на войну. Я думаю, что давайте торговцам, а потом мы с них все равно все это сдерем. Многие торговцы лишились товара. Почтим же праздник Йоля, вернув это серебро честным жителям Йорвика. Весьма мудро. Я согласен. Что ж, тогда я прослежу, чтобы Хьор раздал всем поровну серебра. Пойдем, Фаравид, заберем это серебро. Я хоть прогуляюсь.
У нас в Бьярмии говорят, лишь мертвым есть на что жаловаться. А мы пока живы. Я бы пожаловался на короля и состояние казны, но воздержусь. Ты молодец, Эйвор. Вы тоже. Возможно, вместе мы бы смогли спасти Норвегию от Харальда. Еще спасем. Нет, Норвегия уже в прошлом, а в будущем вся Англия. А теперь мне пора. Стой! Еще один браслет. Нужна будет помощь, мы придем. Вот еще что. Я усомнилась в тебе, Хьор. Из-за серебра на твоем столе. Скажи же, для чего оно? Видно, в секрете мне этого уже не удержать. Я попросил мастера сделать подарок Льюфвине. Я почти угадала. Чтобы преподнести ей к Йолю. Хитрец. Пойду я, пока вы трон не осквернили. До следующей встречи, Эйвор. Не здесь, так в ином мире. Окажешься в Йорвике снова, выпей с нами Эля. Я тут знаю одно местечко. Так, что ж, и мы знаем местечки. Для начала мы пойдем в наши навыки. И посмотрим, чего мы тут себе улучшим. Улучшим. Так, надо улучшать мне боевочку. Надо мне прокачивать оружие. Это что у нас от скрытных атак? Ну, так себе. Так себе. Где еще тут у меня что было медвежье? Давай посмотрим. Вот тут. Тут у нас что-то есть. Итак, это критические удары. От мощных ударов, да, и от слабых ударов. Так. Град стрел. Можем пойти сюда. Улучшить себе тут способности. И еще раз улучшить путь медведя. Поэтому пошли сюда. Мощные, да? Сразу все приготовленные стрелы. А нужно ли мне это? Ну ладно. Хочется понять, как это будет работать, если Анна выпустит все стрелы, которые в колчине. Сообщу ей добрые вести. Рандви, цепочка, город жадности. Да, Йорвик. Город жадности. Ну, друзья, мы еще задержимся в этом городе жадности, поскольку мы тоже жадные. У нас тут много интересных местечек. Надо еще найти мальчишек, которые мне козла подсунули. Вот, и дайте-ка посмотрим на карту. И, в принципе, вот сюда я уже могу понабегать. У нас мощь... Так, ну, здесь 250, здесь 190, а у нас уже 200 мощь. Угу. Конечно, меня интересует вот этот вот. Вот этот вот богатенький квартальчик. Ну, для начала давай-ка я вот это помечу. Здесь у нас еще ничего не найдено. Вот, и где-то, когда я сидела тут, вот в этих полях, я видела аномалию. Но туда мы сейчас с вами, наверное, не пойдем. Или здесь я видела аномалию. Мне кажется, все-таки вот в этих полях. Где-то вот тут. Вот, давай-ка посмотрим, Эйвор. Ну, конечно, где-то под крышей. Выбрали отдать торговцам? Ну, во-первых, потому что вы сами видели, каково было положение дел, что они там все бедные и несчастные. Так, ну вряд ли я прыгну. Да? Вряд ли я. А, нет. Надо же. Надо же. Как мы это...
стесняюсь спросить, все в порядке? Ну, я так понимаю, что это туалет, и мужику там не очень. Я правильно понимаю? О, да. Ладно. Не буду вам мешать, и тебе б я не советовала стучать. Хотя можно было разбить, в общем-то. Я не знаю, ладно, потом, может быть, мы сюда подойдем. Очень интересно, что бы было. Слушай, ну прям мне очень интересно. Но они сейчас просто испугаются и убегут. Да? Эй! Тетка убежала, смотри. Видимо, заперта с той стороны. Но мужик еще там. Тетка убежала. Так, хорошо, давай-ка я издалека стрельну в нижнюю часть. Не знаю, в чем смысл. Ладно, пойдем. Чувак явно либо винца попил, либо несвежее было что-то на пире Йоль. На пире Йоль. И бы ему тоже продали козла. Вот, а с этими двумя негодяями на мосту, очевидно, как-то игра не засчитала, что ли. Надо было их сразу убить. Теперь они воскресли. Кто-то застукал лесу в курятнике. Да? Интересно. Интересно, кто бы это и какую лису? Так, ты нет, мои глаза. Сюнин, ты, конечно, мои глаза, но мне нужна карта. Итак, вот здесь у нас еще... А, здесь эти... Да, культисты. И здесь у нас еще две точечки. Я права, что здесь у нас культисты? Да, здесь культисты, поэтому давай пока что уберем. Так, ну, елки с палками. Вот, где-то тут у нас еще что-то есть. А. Где-то тут у нас что-то есть. Ага, внизу. Браво, Эйвор. Это было красиво, но нам не сюда. Ух ты. А пальчик. Так, леса в курятнике. А там у нас что?
что-то закрытое, но не знаю, насколько нам это нужно. Ой-ой-ой. Да слезь же ты. Понятно, ясно, ладно. А мы здесь не были. Надо найти, опять же, бочонки с поджигательной смесью. Кстати, где-то здесь я их видела. Еще говорила, что, ой, надо запомнить, надо запомнить. Могу, конечно, ошибаться, что здесь я их... Ух ты, что, ух ты, что. Ну, давай посмотрим. Играет опять музычка вот этих вот культистов. Как мне кажется, нет? Нет, мы здесь бегали уже. Ладно, все, поехали, Эйвор. Да блин, компот, надо было прыгнуть на этот проволоку эту. Но мы не захотели. Вот, и такая дребедень, целый день, целый день. Что у нас тут? Не, интересно, конечно. Мне вот интересно побегать, посмотреть. Может быть, поискать, друзья. Ну, давайте сделаем следующее. Так, ты мне козла продал? Смотри мне. Я, к сожалению, не запомнила лицо-то. Это Ректория. Да. Я теперь тут выглядит по-другому. И никто на меня не кидается. Вот. Ну, а пока никто не кидается, давайте-ка мы здесь с вами остановимся. Я с вами попрощаюсь. А я побегаю по городу, позабираю, поразгадаю, полазю. Это, конечно, долго, муторно, неинтересно. Поэтому записывать я этого не буду. Вот, друзья, встретимся в следующей серии, где отправимся домой, а может быть, отправимся и в набег, и разорим какой-нибудь из монастырей. Давненько мы этого не делали. Тем не менее, огромное спасибо всем, кто это видео посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.